Новогодний конкурс рисунков руководство музея-заповедника проводит второй год подряд. В прошлом году ребята принесли около 100 работ, на которых изобразили Херсонес таким, каким они его видят – зимним, волшебным и сказочным. В этом году количество номинаций расширили. В Херсонес можно принести не только новогодний рисунок, но и новогоднюю подделку. Когда оцениваешь детские рисунки, это гораздо сложнее, чем оценивать работу взрослых людей. То, что ребенок взял в руки пастель, карандаш или кисточку и захотел свои чувства передать бумаге и поделиться этим с миром, это уже заслуживает всяческого поощрения. И опыт прошлого конкурса показал, что есть вещи, на которые надо смотреть детскими глазами. И детские рисунки помогают нам в этом. Итоги конкурса торжественно подведут 20 января в Византийском зале. Победителя определит компетентное жюри, среди которых не только руководство музея, но и директор детской художественной школы, заместитель директора художественного музея, художники и представители благочиния Севастопольского округа. Мне кажется, для детей, которые рисуют, надо получить подарок не просто пакетик с конфетами или какой-то игрушкой, а то, что тебя развивает, то, что тебя заставляет думать, то, что заставляет тебя развиваться как личность. Ну, как бы это банально не звучало сегодня, но, наверное, можно вспомнить слова Генрика Ибсена, что шелест книжных страниц нам должен сопутствовать в жизни повсюду. До 18 января в конкурсе «Новогодний Херсонес» приглашают принять участие всех желающих. Для этого достаточно просто принести свою работу в кассу Херсонесского музея по адресу. Улица Древняя, 1, с 9 до 17 часов в любой день, указав авторство, возраст и контактный телефон. Надежда Староверова, Анатолий Паньков, Севинформбюро.